Добро. Посмотрели мы то здание. Вот тут, правда, мы уже не увидим. Мы отошли от него. Просто пройдемся немножко по осенней старовке. Сегодня 6 ноября. Соборчик. Берег около сколько тут пиято. И в Варшаве. Перейдешь самоходы один за другим. То есть ничего. Вот осенняя старовка. Thank you.
Подходим к центральной малой полячи, и тут палят. Подходим к центральной площади перед Королевским дворцом. То недалеко, и мы уже близко к этому. Сегодня нет возможности делать какие-то дополнительные экскурсии. Но, наверное, и нет необходимости. Смотрим, что центр все. Мы сейчас пройдем около нашего любимого турагентства, заодно сориентируемся на какие-нибудь ближайшие путевки. Нет времени. Ну и вот уже показалось в конце этой улицы площадь перед дворцом Королевским. А мы по улице Сенаторской идем. Проглянем и спустимся не тут, а в другом месте. Вот мы уже видим, что площадь. Добро. Спускаемся вниз. Пойдем и там. Прекрасная панорама и на стадион Родовый, и на противоположный берег Праги. Так что ты увидишь. Вот мы. Мы, как говорится, может, сделаем пару снимков, пользуясь оказией. Как-то мы и раньше не делали этих фотографий.